Дорогие друзья, всем привет! Это программа «Любим вкусно поесть» и с вами на связи щелковский старец Вениамин. Сегодня мы с вами будем готовить вкусные котлетки. Сейчас я в ускоренном варианте вам все это покажу, как я их в муку, потом сковородки, соль делаю, чуть-чуть, помидорки, огурчик. И получается очень даже должно быть, скорее всего, вкусно. Потом я сыграю вам музыкальное какое-то произведение, чтобы этот предпраздничный день поднять вам. И так, я надеюсь, достаточно поднятое настроение. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек и смотрите, как я своими руками вот этими леплю и жарю котлетки. Никуда не уходите. Дорогие друзья, ну что, котлетки продолжают жариться, а одна партия уже готова. И вот получилась какая вкуснятина, ну сами понимаете. Это просто обалденческо. Всем приятного аппетита, ну и мне тоже, а я таки сыграю песню. Как говорится, когда и готовить не умеешь, и петь не умеешь, хотя бы пытайся это сделать. Всем хорошего настроения, друзья. Старый клен, старый клен. Старый клен стучит стеклом, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. О, отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Ай, снегопад, снегопад. Снегопад давно прошел, словно в гости к нам опять весна вернулась. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Эх, отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Like.